как ты предлагала? Чтобы ее они сразу были принц и принцесса, так. И не были Греем и Ассолью, понимаешь? А зачем реально нам переодевание? А зачем никуда? Нам этот самый корабль «Алые паруса». Зачем? Алых тогда... у нас уже нету, а принц на корабле. Шикарно. Хорошо. Принц и да. корабль. Хорошо. Соответствует абсолютно. А зачем мне швырять орешки тогда, ты мне скажи? Тогда нате вам орехи и сразу в этом платье будьте, это так и будет. Я тогда тоже не могу понять. Для чего мы тогда говорили, искали, мучились, бились, дрались, платье, а соль, костюм, грея? Так Ассоль, подожди, раз... мне так и не нравится все равно, ну, честно. Какая разница? Да. Не, ну, мне костюм не нравится, грея. Так вот. Что я... Нет, так что мне теперь, биться головой об стенку? А что мне делать? Убрать? Убрать? Допустим. Тогда давай уберем вообще. Все уберем, поставим столы, поедим и скажем, вот это наша свадьба. Потому что ты Нет. начинаешь в самый последний момент говорить такие вещи. Ир. Лариса категорично не погоджується з Іриною. Вона переконана, без Ассоль, Грея та чарівних горішків, які кидає фея, казкове дійство не має ніякого сенсу. Не дождетесь. Это первое. Никакой феи не будет. Никто не дождется. Я не буду ходить в этом платье. Я хочу быть на свадьбе своего сына. На свадьбе своего Подожди, сына. У нас я мы ничего одену. Не меняем из я, сказки. А я Ларис, меняю. Ну ничего я, не меняем. У нас не просто сказки. Хорошо, смотри, у первый нас... вариант. Алых парусов мы не нашли. Откуда? Мы заявляем. А у нас алые паруса. Алых парусов реально нет. Надо было, вот дурная, надо было добиться, чтобы была твоя свадьба. Вот тогда б я повыступала. Говорила, нет, мне не нравится ослик, мне нравится этот бегемотик, мне нравится то, мне не нравится. Ну, а я бы тебя выслушивала, честно сразу. Говоря, я бы тебя и выслушивала. Что ты делала? И которые рациональные, то есть рациональные предложения, Ирочка, я бы их принимала. Не сойти мне с этого места. Я бы выполняла любое твое пожелание, потому что ты так придумала. Я уже так нервничаю, что у меня просто сейчас приступ схватит, и все. Понимаешь? Подожди, что а меня могу? Приступ, например, да. схватит, когда мой ребенок будет полтора часа сидеть в ковярне, не знаю, в шалаше, в этом переодеваться, а гости все будут красить. Мои гости, папа пришел. Боже, где моя красивая дочка на свадьбе? Грей у нас принц на корабле, а Соль – Золушка. Бедная, несчастная, ходит и радуется, что наконец-то счастье ей на голову свалилось, что принц на нее обратил внимание. Это мама, правильно, это мнение мамы, что Андрей – счастье, которое получила Лера. Но Лера, извините меня, моя дочь, и я считаю, что это Андрей поймал жар-птицу, дай бог, Леру, да? И это он должен быть благодарен за то, что он такую девушку встретил. Но я буду отстаивать эту неделю. Я поговорю с Лерой, скажу, Лер, посмотри, что творится. Ужас. Давай уйдем. Вот реально. Цього не очікував ніхто. Мама Ірина настільки обурена ставленням свахи до себе та своєї доньки, що готова на кардинальний вчинок. Можна ще свадьбу відмінити. То есть сьогодні реально, після такого скандалу і після такого, можна ще повернутися назад. Или ты это явно видишь своими глазами, вот это все замечаешь, то есть пелена любви тебе не застилает глаза. Чи вдасться мамі переконати доньку? Чи відбудеться весілля? Ти його любиш? Да. Валерія кохає Андрія і не готова відміняти весілля. Ну, знай, пожалуйста, що ми з папою, якщо що, отакою горою, понимаєш? Умрем и встанем за тебя, хорошо? Хорошо. Правда. Хорошо, да? День весілля. Для казкової церемонії мами обрали територію на березі Дніпра. Спеціально призначену для проведення весіль та масштабних заходів. Чина, яка вчора влаштувала скандал, сьогодні вирішує не вступати у відкритий конфлікт. Поки сваха репетирує пісню «Сюрприз», вона просто викрадає сукню Ассолі. Все, нормально. Мама Ірина приносить Валерії святкову, розкішну сукню нареченої. Ой, що це дуже пишне. Так, тут десь, стой. Ось так от. Все? Так. Могу открывать глаза? Нет, сейчас я открою зеркало. Я так рада, что я не Ассоль. Спасибо. Спасибо, что отстояла меня. Мама
сама Ірина досягла своєї мети. Від початкового сценарію весілля не лишається майже нічого. Мені обідно, то, що я придумала, і де оно? Мені немає сожаління, що я відмовилася від платья Соль. Я дуже рада, що я одразу така красива-красива. Вот. І я щаслива. Чого-то нету, того нету, того нету. В конце концов, що вийшло? Це не мій проєкт, це проєкт Іри. Это проект Иры не о восточной свадьбе, а свадьбы ее дочки. Класс! Ларисе, смотри, как хорошо. Для меня было так важно платье, само платье, сам наряд, сам вид. И мне, я просто в восторге, мне очень-очень нравится. Хорошо быть невестой. Сказка начинается. Хазяїн і хазяйка замка Грос. Починають прибувати гості. Їх чекають живі скульптури, фотосесія у казкових образах і фокусник. Чекають на головну подію – шлюбну церемонію. Всі гості на своїх місцях. Паж веде Валерію на причал. Саме там вона буде чекати свого нареченого. Счастлива, она правда счастлива. Мы сидим с папой, папа говорит, представляешь, вы такую красивую дочь вырастили и дождались такого красивого, ну вот, праздника. Мы очень счастливы.
счастье в этот день для всех. Где-то я счастлива. Счастлива то, что мой ребенок счастлив. Поэтому я счастливая. Потому что то, что хотелось ему, он получил. Благодаря маме. Моя сыночка, моя кровинушка, моя солнышко, моя радость, моя... Все мое сердце было с ним. И хоть этот знак был не мне, естественно, это понятно, но мне хотелось, чтобы вот он понял, что это ему конкретно от его мамы. А тепер сюрпризи від мами. Мама Лариса виконує пісню. А мама Ірина несподівано для всіх з'являється в образі спокусливої східної красуні. Ірина зізнається, раніше вона не наважилася б виступити перед публікою. Але боротьба зі свахою її загартувала. І тепер Ірина вірить у свої сили, вірить у те, що можна все змінити. Я рішила стати сильною. Я стала сильною і стала уверена в своїх силах. Такие слова, которые можно сказать, это только вот нежность. Как в сказке. Весь вечер пролетел, вот прошло время, да, а как будто это вот за 5 минут пролетело, менялись картинки, менялись сюжеты. И очень, гости вообще в восторге просто, наши гости. Главное, что жених и невеста нашли друг друга. Главное, что произошла свадьба, что это было нежно, красиво. Но у нас все получилось, да, давай? А получилось не у нас, получилось в основном у тебя. Поэтому... Почему у меня? Ну, почему? Мы не будем на эту тему говорить. Я говорю, получилось, получилось. Но получилось, как ты хотела. Этого проекта за 2 недели, что я общалась с Ларисой, до этого я не знала ее, да, я увидела ее недостатки и увидела ее достоинства. Просто когда я раньше не понимала, почему это происходит, как, вот я тоже, я была ошарашена тем поведением, когда мы делали свитки, просто ошарашена. Я не понимала, в чем дело, что происходит при малейшем каком-то моем предложении. Когда я в этом разобралась, ну, во всяком случае, с моей точки, с психологической со всей, то я спокойно могу общаться и дальше. И мне хочется даже в чем-то, может быть, и помочь. Thank you very much.